Здравствуйте. Так, ну что сегодня делаем? Сегодня мы утепляем потолок, потом проводим сюда электричество, устанавливаем свет, ставим на низ тепловентилятор. Скоро Новый год, и поэтому ссылка на новогодние показания. Скоро Новый год, и поэтому ссылка на новогодние подарки в описании. Заходите и заказывайте, и покупайте. Ну что, утеплил потолочек, пришпандорил. Сюда приделал стекловату с фольгой над печкой. Иначе тут жар такой сильный. В общем, вот, потолок утеплен. Все-таки я его утеплил. Вот так вот. Сейчас еще свет сюда надо сделать. Пару лампочек. Вот так вот.
Фух, жарище. Ну вот и электрификация подъехала. Здесь совсем уютно становится. Настоящий домик. Свет, тепло. Да не просто тепло, а жарище. Вот поставил тепловентилятор. И здесь у нас лужа теперь тает потихонечку. Скоро растает. Вот такие дела. Здесь у нас вешалка. Как положено. Вот такая электрификация. Вот такой домик. Доброе утро. По поводу вентилятора, чтобы поставить его к потолку и чтобы он дул теплый воздух прямо на пол. У меня была такая мысля, но я что-то не придал этому значения. Или лень было, или что. В общем, хотел просто электротепловентилятор поставить, и чтобы он там все растопил. В общем, думал, что печку затоплю, так и там будет жарко, и все быстренько растает. А что-то быстро-то не тает. Ну и думал тепловентилятор поставить. В общем, было много комментариев по поводу вентилятора. Ну что, раз просите, так надо сделать. Вернее, надо попробовать воплотить эту идею в жизнь. Но маленького вентилятора у меня нету. У меня есть только большой вентилятор на 3 скорости. Думаю, будет работать. Там помещение-то небольшое. Сдует нафиг его. О, смотрите, тут все растаяло, даже подсохло, видите, сухо, куда дует вентилятор. Да? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Заходи. Так, поддувало есть. Поддувало. Это для печки под казан. Под казан. Еще надо дверку для топки. Колосник, утеплитель, базальтовую вату или что там подкладывают-то под шамотный кирпич-то. Еще шамотного кирпича не хватит. Совсем не хватит, много надо. Это ж сколько надо еще денег-то? Трындец. Где их столько найти-то? Так, ладно. Вот этой горы кирпича не хватит. Это только на низ пойдет. Чтобы сделать тумбы, на чем будут стоять сами печки. Еще на низ-то не хватит, наверное, вот этого. Придется идти добывать кирпич.
И эта печка, не думайте, что она будет красивая. Это чисто красота здесь мне не нужна. Чисто, чтобы можно было готовить, приготовить, чтобы она выполняла свою функцию, эти печки-то. Как на картинках, она не будет красивой. Так что не думайте, сразу скажу, говорю. Я смотрел, как делают эти печные комплексы на ютубе-то видео. И там в комментариях увидел, что вот такие печки делают что-то там от 300 тысяч рублей, чтобы собрать такие печки, печной комплекс. Это вместе с материалом или без? Что-то вот непонятно. 300 тысяч. Трындец. Какой 300 тысяч? У меня тут будет максимально дешевая печка. Никакой там даже. Даже 30 тысяч не будет. Какой 30? Даже 10 не будет тысяч. А нет, 10 будет. Я же покупал там шамотный кирпич, казан, плиту под казан. Еще вот эти покупать надо. Печки. Печки, блин. Тьфу ты, печки. Эти дверки. Короче, чугуняка дорого стоит всякая. Вот эти железяки. В общем, денежки еще надо много. Низ-то у меня будет из пескобетона. Вот эти стойки-то. А остальное надо покупать это. Специальную глину шамотную в мешках. Специально этот раствор-то делать. Так и смотрите, заранее вам говорю. Специалистам-печникам. Что я вам показываю не то, как надо что-то делать. А я вам показываю свою жизнь. Я вам снимаю кино. А то, как строить вот это все. То, что я там дома строю, да чудо. Все это вы можете найти у специалистов на ютубе. Полным-полно таких людей, которые снимают. Все показывают, что как делать. Я не показываю, что как делать. Я вам показываю только, как я хожу, шевелюсь, что-то там колочу издалека. Вот. А то, что эта печка потом будет работать, не будет. Все будет работать. Вон в лесу я сделал печку, русскую печку. За 3 дня там собрал или что ли. На одном песке все еще стоит. Никакого там глины, ничего. Зимой я ее делал, зимой. Снег лежал. Все еще стоит, ничего ей. Даже можно сейчас там идти и стряпать. Вот что. А эту печку я так быстро вам не построю. Я же вам сказал, всю зиму буду делать. Я еще даже не знаю, как ее делать, не придумал. Надеюсь, не свалится. Дрова еще надо заготавливать. А то я дома-то это всю поленницу истоплю тут. А вы представляете, зимой-то, оказывается, снег идет, и нужно еще и огребаться. А я совсем забыл, что зимой нужно огребаться, оказывается. Вот еще на это время тратить надо. Ну что, печка протопилась. Включаем для начала первую передачу. О, погнали. Печка кочегарит. Что-то на первой не очень. Напряжения, видимо, не хватает. Вторая. Третья. Пошли на взлет. О, пошло перемешивание воздуха.
Внизу теперь тоже уже тепленько встает. О, раскрутилось. Короче, сломался один пропеллер, винт, и получился дисбаланс. Придется жене новый вентилятор покупать. Это ей дарили когда-то, жене. Ну, эта приспособа работает. Вот, на этом уровне, внизу. Вот, 23,9, 24 уже, температура растет. Вообще отлично работает, но дело в том, что даже если вентилятор бы нормально все с ним было, я бы еще долго не проработает, потому что там жара, двигатель перегреется и придет трындец. А кстати, можно же этот использовать, просто поставить на вентилятор и это, нагреватель выключить и подвесить или кверху сделать. Вот идея. Ну вот, подвесил тепловентилятор, лишь бы двигатель на нем не перегрелся. И вот эту дверьку я неправильно маленько сделал. Надо было внизу дощечку вот так сделать. Ну и что, что перешагивать. Зато там нормально бы было. Не было бы щелей, и двери бы нормально открывались. Ну что, переделал я дверной ход. Внизу вставил дощечку, а то вода тает и туда все стекает, а потом двери не открываются. Сейчас вот так вот. Чик. И чик. И теплей будет. Ну что, уже свечерело, темноватенько. Включили электричество, свет подключили. Тут тепло, очень тепло. Внизу 14 градусов, 15, то есть уже. Никаких вентиляторов, ничего не включаю. Внизу уже 15 градусов, потому что плита прогрелась. Льда уже не видать, не видно, нету. Все растаяло. Под кирпичами только еще, наверное, лед. Надо будет вентилятор поставить. И все растает там за ночь. Сейчас надо это первым делом рубероид купить, постелить. И сегодня что-то придумать уже до конца, как будет эта печка, как будет они собираться, выложить. И потом уже будем продолжать. В общем, вот так вот. На этом все новости. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Всем добра, всем пока. До свидания.